Саламу алейкум, берзлай, и приветствую всех на нашем канале. Итак, сегодня мы будем вам показывать, как спрятать деревянные ящики, то есть сундук, деревянный сундук, как его спрятать, чтобы рейдер не видел его, чтобы он не заметил, куда можно спрятать драгоценный лот. Вчера я выложил видео в базе в образе паука, и многие забросили меня смс-ками, чтобы я показал, как его построить. Сразу скажу, это как эту базу построить, я вам покажу. Насчет этого будет видео. Ну а мы погнали. Так, деревянные сундуки у нас будут под текстурой чертежного стола. Например, чертежный стол, да? Так, смотрим с другой стороны. Видно ли их или нет? Как вы видите, не с этой стороны. Ни с той стороны не видно. А вот теперь видно. Итак, как ее построить теперь? Как это так сделать, чтобы она... чтобы ее спрятать в текстуру. Так, нам нужен два чертежных стола. Так, первое. Первый стол. Мы ставим вот так. Ну, прямо к себе. По вертикали. Так, создадим сундук. Поворачиваем его. И сундук ставим притык к этому столу. Так, так. Вот так. Короче, смотрим. Нам нужно максимально близко к этому столу надо. Максимально. Насколько это возможно. Иначе у вас не получится. Ну, здесь надо немножко повозиться, конечно. Так. Так. Вот. Так, поставили. И впритык к этому ящику ставим еще один чертежный стол. Так, не забываем, чтобы наши два стола были друг против друга. Чтобы они хотя бы немножко соответствовали. Что дальше делаем? Мы поворачиваем этот ящик. Поворачиваем наш стол. И вот этот стол тоже поворачиваем. И у нас, вуаля, был ящик, нету ящика. И не забываем, самое главное, вот этот деревянный ящик поворачивать не забываем. Если вы его таким оставите, то она у вас будет высвечиваться. Вот так она будет высвечиваться. И рейдер может его сразу увидеть. Просто поворачиваем ящики. Это не богоюзерство, это чисто лайфхак для тех, кто хочет пользоваться. На этом у нас все. Я с вами прощаюсь. Не забываем подписаться на канал, ставить палец вверх и оставить свой комментарий. А я с вами прощаюсь. Всем пока.